смотри, штробят кого-то. 33. На зеленой зоне стоит. Поможем? Конечно. Что это за безобразие? Потому что мы еще сидит в машине. Не, давай этого. Спасай водителя. Сейчас у нас вот эти новые такие. Здрасте. А что от вас хотят, расскажите? Смотри, одни, вторых тормозные. Ты спаси, что остановить. А человек не хочет говорить. Шевельчук сидит все-таки, да? Ну как раз и будете поняты. А что, у вас подозрение, что человек употреблял алкоголь? Да. Если не употреблял, то ему давал алкоголь. А человек согласен? Человек. Можем проехать с нарком, может отказаться, согласно законодательству. Так же? Конечно. Ну так надо набросать какую-то бумажечку, вдруг он трезвый. Бумажечка набрасывается в том случае, если будет положительный результат. Если отрицательный, человек ничего не делает. То есть если отрицательный, он чеком может обжаловать ваши действия. С чеком, да? А забор воздуха сделали, да? На чем прячет показания? Да, сделали. Нули. А как же так получилось? То есть остановка человека была незаконна? Ну, вы остановили человека, обвинили его в употреблении алкогольного опьянения. Человека использует запах. А вы пояснили, да, что запах спиртного может там? А? Я не понял. Подождите, а у вас может быть от омывайки, правильно, запах спиртного? Может. Видите, человек адекватный. Денег не просили? Нет. Теперь смотрите, я вам сейчас могу оставить свой контактный номер. По этому чеку можно будет написать жалобу на этого инспектора и обжаловать его действия. То есть, ну это неправильно, что вот зачем? Вам разве нравится такое, что вас остановили и сейчас продувают? Это ж неправильно. Наверное, хотя бы в адеквате. Я думаю, к этому не дойдет. А он там кого-то еще стреляет. Мучает. Ну, чтобы вы знали, на будущее водительское удостоверение можно не передавать в руки инспектора, уже ввели. Ну, то есть в руках держать и все. Это ваше транспортное средство, да? Да. Вы не местный, да? Не, я вот здесь живу, просто у нас машина. Регистрация здесь. Пошли там, чтобы они какие-то терки. Сейчас с этим разберем. А что их тут так много, слышишь? Один, по-моему, на частной машине приехал, вот на отпе. Не, частная машина, это вот сидит в машине сзади. Надо свидеть. У меня же было куча свидетелей. Одну минутку, можно? А у вас документы забрали для чего? Чтобы вас свидетелями взять? Так а зачем вам, скажите, документы для того, чтобы человека свидетелем взять? Проверили документы. Так при чем? Если вы его свидетеля привлекали или проверяли документы? Сразу проверили документы. Для чего? Ну вот скажите, для чего? Ну, вышел, дал документы сразу. Зачем? Ну, я не знаю.
А вы так невзначай взяли и взяли, да? Документы сразу. Взял, да, посмотрел документы. По привычке, наверное. Ничего по привычке. Посмотрел документы, проверил. А для чего? Вперед поехал. Ну, для чего проверять документы, если вы остановили его свидетеля? Он вышел, сразу передал мне документы. Ура. Все, я говорю, пройдемте свидетели, тут вы подъехали. Свидетелей не надо, я спросил у инспектора. Надо свидетели? Нет, все, человек уехал. Дамочка, что их якобы незаконно остановили и человека повезли в наркодиспансер. Ну, может быть, не было опасно. Мне приезжал ваш хороший знакомый, это как его, Москвы. В 7-м аркаде. Наркодиспансеры, они к нам приезжали. Хотели вменить мне 268-ю, хоть она там не работает, 268-я. Нет, 268 это защитника. Да, да, защитника, да, хотели, а наверное. Наркодиспансеры. А, я помню, я понял, о чем. Только человек находился в данный момент в наркотическом опьянении. И так, заключение это... врачей. Да. А так он прошел прибор драгер, там подуляться? По алкоголю, по нулям. Может быть, с машины, я говорю, не скоро, с машины исходит запах спиртного. Водителю тогда предложили проехать алкотест. Я просто знаю неоднократно много ситуаций. По Херсону не знаю, однозначно, по Львову знаю, что человека привозят на наркодиспансер, он абсолютно трезвый, его стандарты туда везут 100%, потому что на драгере будут нули. А там уже с врачом идут терки. 100% врач там делает фальсификацию. То есть во Львове делают врачи фальсификацию. Это проверено, это есть в прокуратуре, этим занимаются, есть уголовное дело. Во Львове врачи, я по Херсону не знаю, это честно говоря. То есть, ну, знаете, какие ситуации разные бывают. Опять же, со стороны врача сфальсифицировать это как на раз-два. Ну, не, я не навряд ли думаю, что кто-нибудь захочет навешать уголовную ответственность. Ну, просто я говорю, что есть такие первые ситуации. Признаки наркотического опьянения человек не начинает. Витя, расспроси за напарника. Что там с напарником? Все нормально. Нормально все? А что с напарником? А говорят, в аварию попал. Нет, все нормально. Нет, точно? Да, просто человек находится в отпуске. Всякие ситуации бывают, и мы же как бы сами, я понял. Первые признаки, даже вот можете проконсультироваться в других медучреждениях, если человек не может, как извините, по-народному сказать, помочиться, это уже является кое-каким признаком, что он не может. Он выпивает при нас 2 литра воды, и никакой ситуации при этом не происходит. Ну что, вдруг он вечером сходит в туалет? Каждая почка по-разному работает. Честно сказать, я не могу понять, за что вы боретесь. Мы боремся, чтобы... Подозрений нет. Все. Вы уезжаете? Да. Ну счастливо. До свидания. И вам. До свидания. Спасибо вам. Тайна моя. Первый раз в такой ситуации. Я растерялся. Все, ну. Там растерялся, не знаю, что говорит, но там справочник. А говорил, сколько лавок хотел снять? Он говорит, направляю. Я не направляю. 3000 это как минимум. Ох, ни хера. Давай типа наполовину. Я говорю, не надо мне такие ах, деньги. Нет, что ты урод. Не знаю, блядь. Я говорю, у меня есть в кармане 300, я говорю, все. Я просто, если бы я не пил, я бы увереннее чувствовал. Но вчера действительно я скажу. Пилка, да? Да. Не, ну вчера, понимаешь? Ну, я смотрю, ты в порядке, все нормально. Нет, ну, запугали, потому что движения нечеткие были. Он пытался одеть нам этот. Я думал, что выключил. Все нормально, видишь, мы бы проехали, в любом случае так просто бы не оставили. Если человек трезвый. Ну против пьяных, ну, если бывает, что... Да ну я бы не сел пьяный, что я... Все, ребят, давайте, счастливо. Счастливенько, да, благодарю.